Рыбный день фестиваля Ухи прошел на берегах Волги и Дона. Секретные рецепты, традиции, кулинарные эксперименты — сегодняшний праздник не для тех, кто сидит на диете. Десятки тысяч гостей и участников голодных и равнодушных нет. Вкус царского блюда оценила и наш корреспондент Юлия Чумакова. Но на Волге, впрочем, так не считают. Здесь тоже часто и много готовят уху. И к донской относятся с предубеждением. В казацкую они что туда помидору кладут, и этот, как ее, перец красный кладут еще. Нет, в уху не надо много класть, надо рыбой подбирать. В уху надо что? Картошку, крахмал дает, лук и укроп, лаврушку. Все. Сотни людей на набережной города Вольска в ожидании лучшего блюда из рыбы. Местные казаки, например, варят на тройном бульоне, закидывая сначала мелкую рыбку, потом побольше и в конце самую крупную. И корка, и нарезная рыбка хорошая, и голова, конечно, и хвост. Хвост там главное атаману. На первый взгляд одинаково приготовленная и донская, и волжская уха, каждая неповторима. Пусть и судьи фестиваля невкусной не нашли нигде. Чаны опустили за считанные минуты. Ну что, дождались? Да, жарко, конечно, но все равно это настоящая казачья с помидорами. Юлия Чумакова, Сергей Чеботарев, Сергей Пономарев, Ирина Чучуй и Виктор Гребенюков. Первый канал. Да!